Чё, погнали, погнали, погнали мы куда-нибудь. По городу пробзимся. Блин. Ни одного, ни второго, ни третьего. Как до этого добраться, вопрос. Здесь так все понятно, просто тут сразу же... А, тут лестница, точно. Лещенко. Ну как, к лицу мне новые доспехи? Дрянь, а не доспехи, я тебе скажу. Тяжелые, еще и лязгают. Я иду по коридору, а эхо на весь дворец. А, по лесам в таких не побегаешь. Только когда я в свои леса вернусь? Милица подрастет, будет в Кравежском замке верховодить. Его к тому времени как раз отстроят. Я все навсегда в столице. Вон, мне стол поставили, карту мира на нем разложили. Где какая война, где мятеж, где чудищу смирить надо. Все знаю, за всем слежу. Тоже можешь посмотреть, только башенки не переставляй. Да, да, здравствуй. Узнаешь эту рожу паскудную? Этот жердяй по левую руку от меня, Гантер, десница дрожайшего регента. Мой, стало быть, предшественник. Мне сказали, что вы встречались в озерной деревне. Этот Боров не только глотку сорвал, распространенная байка о правах Эдхарда на престол, но и сам по уши на возе вывалился. Непомерные налоги последних лет, его работа. Золото, конечно, не на благо государству шло, а ему в карман. Наша свинка жирела, пока добрые люди умирали с голоду или на большую дорогу выходили. И еще это цветочки. Я купнул поглубже, узнал, такое от чего кровь в жилах стынет. Одним только девушкам, пропавшим без вести, после того, как Гандер на них похотливый взгляд бросил, счета нет. Вот блин, я бы его сволочь тут же вздернул, его величество... Артачица говорит, не хочет стать похожим на Эрхарда. Вот только дурость это одно дело. Только дурость это одно дело хороших людей грабить да убивать, а совсем другое от мусора избавляться. Еще и мне поручили над милосердием, милосердным наказанием подумать, словно он вообще заслужит милосердия. Да ты поговори с ним самостоятельно, увидишь, что это за человек. Можно я убью просто самостоятельно, да и все. О, еще одна безродная шавка, пару дней, как ставший аристократом, как будто мало мне было головорезов, занявших мое место, головореза, занявшего мое место, теперь еще и чужок с рыцарским званием. Ну что глаза выкатываешь, думаешь, буду в ногах твоих ползать и ныть, что заставили, обойдется. Что там вас, крысеныши, на троне, ваш крысеныш на троне не болтал, мне не 6 лет. Людскую природу я знаю. Это сейчас он весь такой себя благородный, славный и справедливый. Но власть она такая, в голову ударяет быстро. Ну это да. И глаз моргнуть не успеешь, как твой Сирин станет не лучше дядюшки. А меня все равно казнят. Так зачем мне сжаться? Так. Давай я верю в Силиана. Ха, ну верь, верь. Может твоя вера... Померкнет, когда увидишь, что он превратится через пару лет. Ну чё пялишься? Меня это дело, меня за дело казнят. Я не отпираюсь. Да, грешил, воровал, высказанный, убивал, наслаждался жизнью. И совсем не жалею об этом. Эрхард дал мне власть и силу. Я ими пользовался. Если вдруг ваш королёныш или любой другой правитель снова возвысит меня, я буду делать то же самое. Да уж... Вообще-то, ну, если властью распоряжаться, то надо делать это аккуратно. Так, взглянуть на карту. А ты... Что это такое? Средняя склянка эликсира воина. Персональная. 5000 боевого опыта. Кристалл сильный. 100 кристаллов надо? Что за фигня такая?
Так, с целебным зельем. А, что он делает? 10 тысяч здоровья за 8 секунд. Ну, как интересно-то. Так, мешочек с рунами. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, слюнки давайте попускаем, народ. Тут так просто. Ну да, но только слюнки и пускать. Ты на тут торговцы. О, складецкий есть. Складецкий, ты где? Ой, дядь, здравствуй. Слушай. Я могу вообще еще купить? Нет. Так, мне нужно подзакинуть сюда всякую хренотень. Да ты издеваешься. А что сюда вообще могу закидывать-то? Да тво... Ладно, хоть эти могу материалы. Спасибо хоть и на этом. Так. Это все так. Временный маховик. Так, 140, ну давай сюда закинем. Да нахрена этот склад нужен-то вообще? Так. Грана. Да твою ж нали. Да иди. Да ты еще издеваешься надо мной, что ли? Твою ж налево, почему я не могу ничего положить-то туда? Нахрена такой вообще нужен личный склад? Это ценные предметы? Я вообще слов не нахожу. Слушай, вот сейчас вот реально тебе скажу. Нахрена это надо, такой склад, который не может даже похоронить нормальные вещи. Трындец какой-то, а не склад, слушай, вообще слов нету. Чего мне там подогнали? 190-й. Угу. Мне король подарил 145-й. Нельзя передать. Продать, скорее всего, тоже. Придется эти вещи все, блин, продавать. Вообще идиотизм по полной. Ой, божечки ты мой. Ну ладно, некоторые вещи-то хрен с ним я продам. Все равно это бред какой-то. Так, я распылить могу эту хрена? Ага, сейчас. Плевать. Ой, боже мой. Я думал, я сам что-то попробую скрафтить. Что-то сделать. А тут в итоге, блин, склад, от которого нет толку. Зашибись. Так, вообще, давай все мне обратно. Продам хренотень, у меня места хватит.
Жопа какая-то, знаешь, я так скажу. Идиотизм. Здравствуйте. Блин, бредятина. А это что еще такое? Где Колизей? Конечно, знаю. Еще бы не знала. Я там ни одной битвы не проиграла. Сейчас пойдете направо, мимо портала, затем вниз по лестнице до развилки трех мостов. По среднему до конца и упретесь в Колизей. Если заблудитесь, вам подскажут. Люди здесь отзывчивые. Так, дети, давай-ка я тебе тут пару вещей продам, которых ты почему-то не купишь, да? Зашибись. О, блин. А, это письма. Это письма. Вот, блин, не то. Пальто мне нужно. Так, вот теперь у нас нормальный более-менее рыночек, да? Так, во-первых, там в центре портал. Есть еще кто-нибудь здесь? Не вижу. Колизей-то я понял где. Мне сейчас не Колизей нужен. Во-первых, портал. Да? Вот хренушки, у меня не портал. Не понял. Я слышал, регентов сыночек сбежал. А ничего, найдут его и пойдет он как все. Стоимость. А у меня сколько вот это вот говна? Наличие 629. Так, подарочная шкатулка. Шкатулка лежат легендарные эпические подарки. Вот зачем мы собирали вот это вот сердца, я понял. То есть... А вот Юди, если брать. Я не знаю, нам эти предметы, в принципе, нужны или нет. Это для подарков подойдут. Да, это для подарков подойдут, но у меня есть контейнер еще. И картошка-то у меня это есть гребаная. Или одна картофельная всего была, вроде 30 было. Опаньки. Так, погодь-ка. У меня же есть вот такой волшебный сундучок. Давай-ка мы картофелину оттуда-то и раздобудем. Так, все, у нас есть 10 картофелин. Так, что нам там дает первый сундучок? Пузырек дождевой воды. Короче, фиг его знает. Посмотрим потом. Пока это под вопросом. Но хотя бы знать буду, зачем нужны эти гребаные сердечки. Еще одна кладовая. Прекрасно. Почтальон еще один, да твои ж налево. И что-нибудь по... цветочки для дамы сердца. Пополезнее. Для кого? Для кого? Для себя любимой? Надеюсь, да не проблема. Здесь нравится. Так, дядь. Ты кто? Ох, это ты, привет, прадед мой. Сволочь, я тебя знаешь, сколько искал? Прадед мой... Брок Колодуб служил королевским лесничим. Он знал название всех деревьев на звук, словно это не название, а вовсе имена. Ну, в принципе, это и есть имена. Имена относятся к ветвистым великанам почтительно. Прежде чем повалить трухливый клен, обязательно с ним говорил.
объяснялся. Многие считали его странным, а как по мне, он был трудолюбивым ремесленником, который проводил куда больше времен среди деревьев, чем в обществе людей. Вот и приноровился различать голоса, шелести листьев и бурчать себе под нос. Скажи-ка, искатель, а тебе какое ремесло по душе? Горное дело. О, мореходство. Скажешь, что же, разве мореходство это ремесло? Это образ жизни. Может, ты рыбалку имеешь в виду? Скотина какая. Ладно, горное дело. Это я с... вон оно как, а видишь, от ремесленничества отошел. Но дело, которое мой прадед начал, продолжаю. Однажды он нашел на лесной тропинке чудный листок. Не то кленовый, не то березовый, не понять. А брак-кородуб, повторюсь, про деревья все знал. Он все академические энциклопедии проштудировал. Все ведьмачьи травники изучил, но нигде не нашел пристранного листочка. Пока однажды, читая внуку, то бишь моему отцу, сказку, не наткнулся на историю про мировое древо. На заре мира богиня та-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 да-да-да-да. Угу, именно. Я верю, что собрав их все, получу крупицу божественной силы. Если найдешь такой листочек, непременно возвращайся, обменяю его на весьма полезные вещицы. Я бы за такую находку разом все свои сбережения выложил. Присаживайтесь, рыцарь. Расскажите нам о своих подвигах. Так. Выполните задание. Секрет Летиции, чтобы открыть репутацию с этим персонажем. Ну что вы, ваше величество? Я так польщена, ваше величество. А, так я могу практически со всеми делать репутацию. Вот точно налево и мой направо. Купите цветочки для дамы сердца. Нынче в каждом доме праздник. Ты цветочки-то продаешь, блин, или что стоишь, шаришь здесь? Ты здесь должен стоять. Правда, походу, канализационный люк, можно и провалиться, но ладно. Это заведение очередь. Гуляет город. Так. Урона рагу. Урон оружия на 6 единиц. Вяленая рыба повышает интеллект на 24 единицы. Так, вот это бы вообще-то купить все. Это ловкость. А рейтинг снаряжения. Где? Почему здесь рейтинг снаряжения? Короче, это использовать. Я понял. Спасибо. Я правда не помню, каким макаром это все связано. Ну ладно. В золотом льве новое блюдо. Давно нам не дышалось так легко. Подают с сырным соусом. Объедение. Так, там у нас есть одежка сверху, да? За. До будущего месяца мест нет. Кроны рагу можно сделать, да? Понятно, я себе хапчик, короче, надыбал своей охотой. Но вот вопрос в том, что это вообще все означает.
Я не понимаю. Это как? Это вообще... Ну ладно. Я так понял, надо мне достигнуть рейтинга брони, после чего я это съедаю, у меня будет? Завтраки только по предварительной записи. Надо подкупать, подкуповывать, так сказать. Так, ну опять же то же самое продает. Припекает, надо бы поставить ящики в тень. Ага. Так, значит, мы можем покупать здесь продукты, всякую такую ерунду. А если продавать? Давай-ка посмотрим, что мне, блин, здесь нафиг не нужно. Во-первых, это не нужно, вот это не нужно, вот это тоже мне не нужно. Да, в принципе, вот это вот все мне не нужно. Здесь у нас инструмент археолога-новичка тоже мне пока не нужен, я куплю. И мы за это все вручаем 9 золота. Прекрасно. 6. Прекрасно. Мы покупаем это довольно за бешеные суммы. Но продаем это как последнее говно. Да. Веселуха. Я, конечно, извиняюсь, но это вообще никуда не годится. Это вообще абзац уже. Это просто лютый трындец. В Золотом Льве новая брата, курочка Панч. И в это заведение очередь. Гуляет город. Так, стоп. И в это заведение очередь. Гуляет город. Где складовщик этот дурацкий? Давно нам не дышалось так легко. Так, ты у нас... Так, надо понять, как кладовщики отмечаются. А, да я только в этой части побывал, но у нас еще есть здесь что-то, да? Кажется, там есть оружейник. Давай-ка сгорцуем, может у него хотя бы экипировочку подтыбрим. Кстати, умная идея. То бегаю как дурак на своих двух. Он лучше на четырех, побыстрее будет. Но отрастить все четыре ноги, к сожалению, пока не могу. Так. Товары на обмен. О, господи, ну она да, похожа на Тайру. Тут валют видов 50. Да, здравствуйте. И как мне вообще, блин, понять? Личи 0, да это я понял. Блин, да в этой игре поселиться жить можно. Это я думал, в Терри еще долго будет. Не, в Терри хотя бы золото тебе дают по-нормальному. По-человечески. Предметов.
Инструменты новичка. Хрена мне это? Стоп. Корабельные детали. Делать заказ, стоимость, ваше средство 10. Я пока не буду. Они могут мне это изготовить, а можно я сам что-нибудь изготовлю, а? Не? Патчмейстеры, конечно, меня немного добивают. Аукцион. На аукционе здесь валюта... немножко друговатая. У вас нет подходящих питомцев. Что я могу с этим сделать? Я не понял. О, телепорт хотя бы нашел. Чиним, ладаем, подгоняем померки. Так, что-нибудь есть интересное? Так, это снадобье, да? Большие снадобья, самые последние. Надо, наверное, их подкупить. Давайте, наверное, уже все продать. Маленькое не нужно. У меня большой флакон, их мало, правда. Да нет, за такие суммы даже продавать не буду. Издеваешься, что ли? Давай до 100 доведем, мне пока не надо так много. До 4000, в принципе, не так дорого. Такс. Угу. Уровень персонажа 50 и выше. Рейтинг снаряжения и выше. Рейтинг снаряжения. Угу. Нравится мне это все. Да понял, я понял. Ни хрена не протиснуться мне. Почитать нельзя, что ли? Сейчас я прочитаю хоть что там написано, да блин. Настолько мелкий почерк, даже я не вижу. Так. После завершения задания поверните сертификаты сражения с хранителем. Да.
Дали мне замок. Так пинка дали, что я аж... Ох! Наставник. Так, как пользоваться... Как получить корабль? Есть? Чтоб я свалил с этого острова к чертовой бабушке. Вот дела нет. Ладно, идем по заданиям. А, ну понял. Черт. Ну же, Сальватор, улыбнитесь. Солнце-то как сияет. Давай станем, улыбнемся. Смеялся? Ну, дальше что? Не знаю. Хоть самому мне это интересно, но все ж таки. У доски не толпится. Даже жаль уезжать. Колизей сегодня закрыт. Приходите завтра. Только учтите, у меня с часу до двух обед, а в пять перерыв на полчаса. У нас все в порядке живой очереди. Приходите, заполняйте заявку, отмечаете крестиком, с кем биться хотите. Сдаете и ждете, пока вас вызовут. Кодекс с истинными рыцарями, милосерден, кроток со слабыми. Он не отказывает тем, кто просит о помощи. Да. Славный город. Не зря приехал. Впечатлений на полжизни хватит. В городе уже неделю. Проигрался пух и прах, затем отыгрался, ввязался в трактирную драку, приударял за хозяйкой, был безжалостно отшит, поглядел на рыцарский турнир, даже бой в Колизее успел. Словом, прекрасно отдохнул. Еще прикупить что-нибудь на память, и можно ехать домой. Был прошлым летом в Анышу на небесном турнире. Там продавали... этаких, знаете, золоченых львов. Найти бы что-то похожее... Будем вот все ей складировать. Это реально, потому что я так вижу, что... Подарки оставим, будем их раздавать. Закинули крафтовые, окей. Ну, остальное будем расходовать, потому что я, блин, даже не знаю, слушай. Это... С одной стороны, конечно, прикольно, с другой стороны, как мне поместье это дадут. У доски не толпится. Блять, хоть Колизей поучаствовать. Так, как вы говорите, сувенир, любопытная идея. Странно, что не пришло мне в голову. Что же вы предлагаете изобразить? Орла с мечом. Логично, бронзе размером до каменной полки, практично. И затрат почти никаких. На расхват пойдут. Кто из мастеров подешевле возьмет? Густого поджалу его лавка на самом отшибе. Загляните. Ну, блин, теперь я чё, дилером, что ли, стал каким-то? Смешно. Воды.
Так. Не знаю, народ. Ладно, я на этом, пожалуй, закончу. Побежим сейчас выполнять дальше миссии. Увидимся в следующей серии. Но что-то мне это как начинает немного напрягать. Я хотел-то, видишь, подписку себе уже взять. И думал, корабль будет. А тут выходит, что еще дальше надо идти. Ёлы-палы. Жесть, короче.